При нажатии эти пузырьки ведут себя как жидкость. Надкрылок я пробовал нагревать. Бесполезной жидкости не улетучилась. На статически заряженные вещи лучше реагировало крыло, которое не было нагрето. Которое было нагрето, оно слабо реагировало. Я думаю, что здесь никаких необычных вещей нету. Может, статика есть, которой уже пользовался, и то небольшая. Крыло, вообще-то, он расправлял для того, они же ночные в основном. Для защиты крыл ночью. Это в основном. Какой необычные вещи здесь что-то и не видно, о которых говорят. Гребенников, скорее всего, нашел необычный жука или необычное какое-то существо непонятное, может, насекомое. Он же не сказал об этом, он там, в общем-то, схитрил, он не говорил напрямую. А все эти жуки имеют
нормальное крыло для своего размера, для своего веса. И ничего там необычного нет. Они летят так же, как вот и у них вес есть свой, и размер своих крыльев они соответствуют. Необычного ничего нету. Если они были большие, а крыло маленькое, здесь можно было подумать, что там что-то необычное. А так все соразмерно получается. И кто в детстве еще это самое пробовал, баловался, жука прицеплял на веревочке, то чувствовал, что там нет ничего необычного. Он очень легко тянется. Там ничего необычного нету. А Гребенников говорил о необычности подъемной силы. Так что здесь жуки, они еще некоторые не все расправляют надкрылки, а некоторые просто поднимают их горизонтально. Там получается щель. Из этой щели у них выходят крылья. Они так летят. Они не поднимают закрылки. Так что эти закрылки не все поднимают. И говорит о какой-то гравитации, там нет ничего такого. Вот именно Гребенников говорил о необычности. Вот и об этом надо искать. А здесь все обычно. Может быть, небольшая статика, которую поднимала, помогала чуть-чуть поднимать. А так вот я ловил жуков и смотрел, как они взлетают, все там пропорционально своему весу. Так же тяжело взлетают, так же летят, так же приземляются. Там ничего обычного нету. Я еще пробовал с электростатических вещей запускать жучков разных. Они очень хорошо взлетали и без проблем. Это все обычные жуки, которые мы их ловим. В них ничего обычного, необыкновенного нет. У Гребенникова сразу получилось, он сразу нашел, он сразу почувствовал, он сразу увидел. А здесь сколько люди не бьются с этими жучками, и все бесполезно, ничего не находят. Это потому что все не то. Вот так, может, нас, скорее всего, и разводят некоторые. Я здесь смоделировал. Не очень хорошо получилось, но примерно где-то так.